и голубь. Чижаться хлопнула злодейка западня, бедняжка в ней и рвался, и метался, а голубь молодой над ним же издевался. «Не стыдно!» — говорит. «Средь бела дня попался! Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело!» Ан, смотришь, тут же сам запутался в селок, и дело, вперед чужой виде не смейся, голубок! Спасибо большое, команда. Следующая команда, которая была под номером 2. Что волки жадны, всякий знает. Волк ешь, никогда костей не разбирают. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги притянуть. По счастью, близко журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большою кость вытащил и стал за труд просить. «Ты шутишь?» — зверь вскричал коварный. «Тебе за труд? Ах ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос и с глупой головой из горла цел унес? Поди ж, приятель, убирайся, да берегись, вперед ты мне не попадайся!» Что этот злой еще не так большой руки. Пришло ей завести очки. Очков с полдюжины она достала. Вертит очками так и сяк. То к тени их прижмет, то на их на хвост напонять, да на них, то и понюхает, то и полежит. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она. И тот дурак, кто слушает людей, людских всех враг. Все про очки лишь не налгали, а проку нет на волос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей, как неполезная вещь, цены не зная, ей невежда принес вот все в воду кровит. А ежели невежда познать ней, так он ее еще и гонит.